И по тебе вопрос, насколько привык уже играть в нападении, насколько нравится, наверное, это вот так вопрос поставим. Да мне, в принципе, без разницы, где играть, да, как бы я больше половины сезона пропустил с травмой, поэтому как бы стараюсь получать удовольствие от каждого момента, где играю. Неважно, где. Хорошо, ладно, удачи, следующих видов, спасибо. Так что остался Карлсон в Юкерите. Так же, как и Эрик Густавсон. Гол! 3-1! Пропускает Генрик Карлсон. А может быть и запишут эту шайбу на Гончарова. А вот здесь видно хорошо, что подправлял Гончаров. Да! Максим Гончаров!